Знакомьтесь, путешественник Саид Ахмад Давлахмадов. В молодые годы, будучи моряком, побывал в обеих Америках, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Всего почти 9 походов, крупных походов, которые я делал по земному шару, можно сказать, кроме Латинской Америки. И мне каждый раз я молодел лет на 15-20, может. Любовь к автопутешествиям появилась случайно. В далеких 80-х Саид Ахмад отправился в Таджикистан погостить у родителей. Там в наследство от отца достался москвич. Мама настояла, машина должна отправиться с сыном в Приморье. Ну, я попытался везти его на вагонах, на платформах. А в городе Душанбе мне платформы не дали. Сказали, надо оставить машину, чтобы соберетесь 3-4 машины, тогда можно будет дать платформу. Машины были роскошью, потому платформу ждал неделю. Отпуск заканчивался, и Саид Ахмад решил отправиться своим ходом. Только вот местные инспекторы ГАИ сняли с москвича госномера. Тогда я, конечно, был недоволен, взял машину, психовал, нарушил закон, сел на машину без номеров и стартовал. Дальний путь до Владивостока пролегал через горы, перевалы и ледники. Автомобиль застревал и глох. С такими поломками выручали проезжающие мимо. А чтобы успешно преодолеть болото, пришлось включить собственную смекалку. Покупал доски, 4 досок, скоб, на 2 досках еду, забиваю скот. На 2 доски еду, опять снимаю 2 доски и ставлю снова скоб. Таким образом, я 240 километров до Нижнего Удинска добрался. И это длился 12-13 дней, по-моему. Добраться до пункта назначения удалось только через полгода. Побывал во многих городах, познакомился с интересными людьми и решил продолжить автопутешествие. Только теперь на внедорожнике Nissan Safari. А старого доброго москвича оставил во Владивостоке. Эту машину потом реставрировали, эту машину ставили на память, можно сказать, эту машину сейчас снимать в Владивостоке, это есть. 2 января 2015 года Саид Ахмад вернулся из последнего, 9-го путешествия. Объездить страны Ближнего Востока и Азии планировал за 5 лет. В итоге путешествие затянулось на долгих 8. Дети жалуются на меня, что мы отцу не видим. Вот бывает такой вот этот Тимур. Мне сказал, папа, ты знаешь, перед на моем поступлении исчез. Я остался без отцовщины. Километры пути наш путешественник наматывал не только ради туризма. Особую страсть он испытывает к истории, археологии и нумизматике. Во многих странах автопутешественник из Уссурийска выступал с докладами и знакомил местных жителей с историей их местности. Моя план чего выходила? Не то, что я вот такой знаток, просто чтобы наш народ дружил. Вы как видите, да, старт мой был связан, что открыть новые дороги, новые туристические, автомобильные дороги, новые связи, новые дружбы, что все было окей. За годы путешествия побывал в 160 странах. Где бы ни появлялся Саид Ахмад, его чествовали как национального героя, устраивали пресс-конференции и одаривали подарками. Общался со всеми на равных. Помогло знание 30 языков. Говорит, особо запомнился Иран. Там и люди доброжелательны, и дороги шикарны. Если небольшое горе, да, горе перевала нет, спокойненько сделано вот такое окошко, дырка, туннель. Заходишь, наверху фисташка, орехи растут. За годы путешествия он исписал десятки дневников. В них указывал места и маршруты, доступные кафе и прачечные, а главное автосалоны, где можно недорого починить транспорт. Чтобы начинающим автопутешественникам было проще, Саид Ахмад планирует подкорректировать свои записи и отправить их в печать. Виктория Сарада, Антон Войцеховский, Телемикс.